80% поражение легких, месяц в больнице, причем половина этого времени в коме. Гильзухар Али, его врачи буквально вернули с того света. Женщина переболела коронавирусом год назад. Сейчас останавливается в городском реабилитационном центре Самарской городской поликлиники номер 6. Здесь Гильзухар посещает медкабинеты, которые оснащены всем необходимым для полного выздоровления. Я благодарю всех врачей, всех медсестер здесь. Мне очень понравилось. Я почему-то даже не ожидала, что я могу даже себя лучше чувствовать. Действительно, им получила массаж, и в кабинетах была, и дыхательные упражнения. Мне все это действительно помогло. Для каждого пациента программа реабилитации формируется индивидуально. Восстановление включает в себя дыхательную физкультуру, лечебный массаж, ультразвуковую терапию и занятия на различных тренажерах. Например, на тредмиле. Этот аппарат применяется при нарушении ходьбы для коррекции функции равновесия и координации движения. По словам врачей, нередко после перенесенного ковида у пациентов снижается физическая активность. Этот аппарат помогает восстановить силы. К нам направляют пациентов врачи, участковые врачи и врачи из отделения профилактики после прохождения углубленного осмотра. Медицинская реабилитация – это комплекс медицинских, психологических мероприятий, направленных на полное или частичное восстановление утраченных функций, улучшение качества жизни и сохранение работоспособности пациента. В Самарской области задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний поставил губернатор Дмитрий Азаров. Самара включилась в работу по восстановлению пациентов после перенесенного коронавируса одной из первых. По поручению главы региона реабилитационные отделения заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории области. С начала года в них пролечились уже более 3000 человек. Оказание качественной и своевременной медицинской помощи, развитие системы здравоохранения – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.